Приветствую участников онлайн-конвента. Меня зовут Игашева Виктория Валерьевна, заместитель министра экономического развития Республики Карелия. У нас в регионе занимаюсь вопросами малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционной деятельности. Расскажу немного о нашем регионе. Республика Карелия относится к индустриальным, экспортно-ориентированным субъектам Российской Федерации. В структуре экономики Карелии определяющую роль играет промышленность, которая занимает почти 40% в общем объеме валового регионального продукта. Важнейшими отраслями промышленности являются лесопромышленные, горнопромышленные комплексы, электроэнергетика, пищевая и химическая промышленность, металлообработка. Экономика Республики Карелии во многом ориентирована на экспорт. За рубеж поставляется около трети всей производимой продукции. Товары, произведенные в Республике Карелия, широко представлены за рубежом. Предприятия Карелии поддерживают торгово-экономические связи с более чем 100 странами. Традиционно нашим ведущим партнером являются Финляндия, Китай, Нидерланды, Эстония, Германия и Турция. Указанные экономические показатели обеспечиваются в первую очередь за счет крупных промышленных предприятий, находящихся на территории региона. В Карелии работают крупнейшие предприятия деревообрабатывающей, горнодобывающей промышленности и металлообработки, такие как Сигежский ЦБК, который занимается производством крафт-бумаги, мешочной бумаги и упаковочной бумаги, а также высокопрочной микрокрепированной бумаги. Вся продукция соответствует ГОСТам и высоким мировым стандартам качества, благодаря отлаженным технологическим процессам. Сигежский ЦБК выпускает таловую канифоль, таловый ПЭК, таловое масло, дистиллированное таловое масло, жирные кислоты и сульфатное мыло. С 2015 года Сигежский ЦБК вошел в состав группы компаний Сигежа, корпорации АФК «Система». Кондопольский ЦБК – одно из крупнейших предприятий России и Европы, специализирующееся на производстве газетной бумаги. РК «Грант» производством целлюлозы занимается и фиброцемента, который используется в строительстве при производстве волоконно-цементных плит, обеспечивает экологичность строительных материалов. АМ-технологии «Петрозаводск-Маш» энергетическим машиностроением занимается, входит в машиностроительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш». В настоящее время предприятиям ведутся работы по изготовлению оборудования для реакторных установок Курской атомной электростанции Рупур-Акую. Вопросы оказания поддержки предпринимателей в республике курирует Министерство экономического развития и промышленности региона, контактные данные которые представлены непосредственно на слайде. На территории Республики Карелия действует широкая сеть организаций, оказывающих поддержку бизнесу. Одно из таких организаций – это фонд венчурных инвестиций, поддерживает инновационные проекты на всех стадиях развития, начиная с возникновения идей, заканчивая этапом масштабирования. Создатели проектов получают финансовую и информационно-консультационную помощь. В 2019 году состоялось открытие центра «Мой бизнес», где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу одного окна получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Представлена возможность получения услуг всех центров, входящих в систему «Мой бизнес» через многофункциональные центры. В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам осуществляет деятельность Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия. Основными видами деятельности фонда являются предоставление гарантий, банковских гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выдача микрозаймов. Республика Карелия участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, в рамках которого предусмотрено создание и развитие проекта «Промышленный технопарк». Проект «Промышленный технопарк» представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства помещения, позволяющие оперативно организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения.
Работа площадок координируется управляющей компанией, которая может оперативно решать все возникающие у предпринимателей проблемы. На сегодняшний день управляющая компания проведет первый отбор и заключено соглашение уже с 4 резидентами технопарка. При Петрозаводском государственном университете, ставшем одним из 33 опорных университетов, создан IT-парк, являющийся одним из лучших в мире интеллектуальных инкубаторов, реализовавшим уже более 250 проектов для предпринимателей и компаний России и зарубежных стран. В области гражданской микроэлектроники и приборостроения, в области эффективного управления процессами лесоуправления, лесозаготовки и производства разработки технологий для целлюлозно-бумажных, горнодобывающих, нефтегазовых предприятий, рыбоводческих, садковых хозяйств. Его разработки удостоены наград на международных выставках. Ими активно пользуются российские и зарубежные предприятия. Среди заказчиков такие зарубежные корпорации, как Valmet, Siemens, Metso, Eotech, являющиеся мировыми лидерами в оборудовании и технологиях для целлюлозно-бумажных, горнодобывающих, нефтегазовых и других предприятий. Послевузовское образование, помимо ПетрГУ, осуществляет также Карельский научный центр РАН, ведущий в том числе биотехнологические исследования и разработки. Поддержка реализации научных проектов оказывается министерством путем предоставления субсидий на компенсацию произведенных затрат на реализацию мероприятий по разработке, созданию или расширению производства инновационной продукции, а также осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также министерство совместно с Российским фондом фундаментальных исследований предоставляет субсидии на поддержку научных проектов. Остановимся более подробно на системе региональной поддержки, которая активно используется предприятиями в Карелии. Сегодня наше региональное законодательство в сфере поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности является одним из самых гибких и привлекательных для инвесторов Российской Федерации. Создаются комфортные условия в виде субсидирования затрат инвесторам. К ним относятся компенсация затрат на выполнение кадастровых работ, компенсация процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, возмещение затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для реализации проекта, возмещение затрат на строительство и приобретение для собственных нужд строения зданий и сооружений. Хочется отметить, что в 2020 году данные меры поддержки были оказаны на общую сумму порядка 493 миллионов рублей. Помощь была оказана 20 инвесторам. Нами проводится активная работа по диверсификации экономики, в том числе моногородов, созданию территорий, опережающего социально-экономического развития. Уже созданы 3 ТСР в Надвоицах, Кондопоге, Костомукше. Всего на территории ТСР зарегистрировано сейчас 16 резидентов. Организациями, получившими статус резидента, предоставляются льготы в виде нулевых ставок по налогу на имущество организаций, снижение ставки налога на прибыль до 5%, пониженные тарифы страховых взносов до 7,6%. На сегодняшний день в регионе действует 26 мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде компенсации произведенных затрат. За 11 месяцев 2020 года было проведено нами 5 заявочных кампаний, в рамках которых было подано 1847 заявлений. По 3 кампаниям уже подведены итоги. Так, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 1230 субсидий на общую сумму 346 миллионов рублей. Сейчас у нас стартует еще одна заявочная кампания, уже считая, 6-я по счету, в рамках которой предприниматели получат еще свыше 1 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что в 2019 году было подано всего 439 заявлений, из них половина из которых была одобрена на сумму 122 миллиона рублей. Также у нас в регионе действуют различные налоговые преференции для бизнеса, как малого, так и крупного. Мы являемся открытым регионом и всегда готовы поделиться своим опытом и своими знаниями в данной сфере. Спасибо за внимание.